Всем привет, с вами Гитара с нуля. И сегодня самые сложные в организации, самые, наверное, страшные пранки за всю историю моих съемок. Вначале на глазах у всего кафе я наберусь смелости и заберу чужие вещи. Да я нормально играю, чё ты вообще? Второе. Я представлюсь доставщиком пиццы и скажу: братан, извини, но я привез вот это. Я был очень голоден. Я целый день работаю и, понимаете, я ее вот съел. Я буду звонить в службу поддержки. Братан. И третье. Мы приколимся над самим доставщиком пиццы. Бро, сори. Братан, я должен работать. Вставай. Стендап. Мое время, я доставщик. Ставим лайк, это будет страшно, но это будет и весело. Ну что, погнали снимать первую реакцию. Пипец, стрёмно как-то, надо перевести дыхание. Че, хотите узнать, что лучше всего помогает мне отвлечься от проблем этого мира? Genshin Impact – это приключенческая игра с открытым миром, в которой вы можете делать все, что захотите, отвлекаясь от проблем в реальном мире. В 2021 году эта видеоигра стала самой упоминаемой в Twitter и самой обсуждаемой на Reddit. Игра настолько популярна, что в нее играют уже более 60 миллионов человек. Только в России более 1/5 молодежи живут в Genshin Impact. Она уже буквально является самой трендовой вещью в стране. У меня у самого и дочь, и сын в нее играют, но, конечно, после того, как уроки сделают. Я пробовал играть и могу сказать, что я прям под впечатлением. Тут открытые миры, в которых вы можете бегать, карабкаться по скалам и даже летать. А управляя одной из семи природных стихий, вы становитесь настоящим воином, готовым сражаться с любыми врагами. Но вы можете жить и совершенно другой жизнью. Просто бродить по великолепным пейзажам, наслаждаясь прекрасной музыкой, получившей множество наград. Ваше путешествие в Genshin Impact никогда не будет скучным, так как к вам присоединится много очаровательных персонажей. Они поделятся с вами их собственными историями, а взамен составят вам компанию в вашем путешествии. В последнем обновлении в игру вернулись любимые персонажи. Среди них девушка-рыцарь Иола, эксперт по взрывчатке Кли, Сангономия Какоми, божественная жрица и, наверное, самый загадочный персонаж в стране. А также появилось 4 мини-игры. Турбулентная битва, игра со стрельбой из водяной пушки, яркий танец мысли, боевое событие, путевые заметки ревущей лисички, гоночное событие и щебечущие шары, настольная игра. Ну и новое событие в ограниченном по времени регионе Бутыляндия. Откройте для себя новый мир, загрузив Genshin Impact по ссылке в описании или сканировав QR-код. Не забудьте использовать бонусный код на экране, чтобы получить ускоренный старт. У каждого путешествия есть начало, так почему бы не сегодня? Скачай игру. Сейчас будет чистая импровизация по сюжету, который написали наши подписчики в телеграм-канале, а именно: я сижу в кафе со своей девушкой, отдыхаю, ну, конечно, как быдло, а человек спешит и некому оставить гитару, и оставляет ее спешу чужим людям. Говорит: посмотрите, пожалуйста, очень дорогая гитара. И, естественно, быдле захотелось поиграть. И на чужой моей гитаре. Может быть, до музыки и не дойдет. Может быть, мне просто сейчас наваляют трындюлей и пойду домой. Представьте, вот вы сидите, видите чужой, вот кто-то чемодан оставил, и вы подходите такой и начинаете его открывать. Вот вы бы смогли. Я вот когда подошел к этому, я подумал: блин, давай откажемся. Потом думаю: ну, меня за это и любят. Короче, погнали. Алло, Серега. Да. Прям сзади нас, вот тут, по левую сторону от меня, компания ребят прикольных. Да. Оставишь им гитару. Хорошо? Ну, хорошо. Вот. Прикольно. Давай. Обойди вот так и попытайся там занять позицию. Сейчас тебе компания. О, ребят, а посмотри за гитарой, братан. Ага. Пес! Сейчас. Блин, ну Серега, блин. Ну давай. Опа-на! Зая, снимай. Нахер, дай. Не, братан, не трогай, ну погодь. Чего, нормально, я умею играть. Да нормально, ну, чё не, ты? Не, погодь, ну подожди, стой. Я сыграю с ней, своей моей, это че? Я сыграю нормально. Да я нормально играю, чё ты вообще? Чё я с ним сделаю? Это ж не твоя гитара. Я забираю её. Это чё такое у тебя? Это чё такое? Хрень какая-то. Давай я спою. Я хочу девушки своей, может быть, спеть. Нормально все. Тихо. Это что такое?
Девчата, давайте вам сыграть. Ночь унесла тяжелые тучи, но дни полным сумраком полны. Мы расстаемся, так будет лучше вдвоем, нам не выбраться из тьмы. Я любил и ненавидел, но теперь душа пуста. Все исчезло, не оставив и следа, и не знает боли в груди осколок льда. Хорошо. О, деньги заработал. Не бегайте. А хотите, я вам еще сыграю? Да. Давайте. О, а вы гитару не давали вообще. Прикольно, смотри. Снег сможет меня согреть. Ты помоги ему душу мою отпеть здесь. Некому будет сном, белым к тебе приду, мысли твои войду, там для себя приют найду. На моей луне я всегда один, разведу костер, посижу в тени. На моей луне пропадаю я, сам себе король. Сам себе! Эй, гитару? Чё ты вообще? Вы чё, я же тебя попросил посмотреть за гитару. Кто? Он играть не умеет. Нормально играет, знаешь как? Это твоя вода запоминает мне тогда, что случилось той весной, когда встретились с тобой. Это новая капель напоминает тот апрель. В нем были только я и я. Курорт Евпатории. Я тебя не скоро позабуду. 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 Очень не скоро. Это было самое страшное, что я делал в жизни. Ребята, хорошего настроения. Спасибо. Спасибо. Настало время притвориться курьером, доставщиком еды. Я привезу пиццу и скажу, что я ее съел. Это очень страшно. Ждем звонка от знакомого курьера. Как только он позвонит, едем снимать. Ребятки, быстро с вами собираемся. Вот все включаю. Позвонил курьер и говорит, наконец-то подходящий нам заказ появился. Сейчас он скажет точный адрес, и мы выезжаем с вами. Жесть. Страшно? Очень, очень прям, вот сейчас прям очень. Алло. Ром, записывай адрес. Да. Алло, Серег, позвонил курьер, через 50 минут на 100... Здорово. Здорово. Слушай, так потемнело, надеюсь, блин, сейчас дождь не обломает нас, нам весь прикол. Примерно такую пиццу? Не такая, но... Надеюсь, не попалюсь. Он же не знает, в какой упаковке. Да. Все. Значит, сейчас что делаем? Подъезжаем. Я выхожу, говорю, что я это ты, давай мне вот эту штуку. Слушай, а как он узнает, что я подъехал? Я должен с тобой поехать, чтобы навигатор показал, что я доехал. А, точно. Садись в машину тогда. Все, погнали. Тут у тебя пиво еще, братан. Ты там заклеивай пока хорошо номера, чтобы тебя не вычислили, чтобы тебя не уволили. Так, это где-то здесь уже. Сереги сейчас наберу. Алло. Серега. Я уже почти на месте. Да. Ты далеко, ты скоро там, вы успеваете? Я вот на светофоре здесь где-то, видимо, рядом. Уже почти добежал, все. Вот это где-то все, здесь. Все, давай, быстрее, Серый, да, давай. Давай. Смотри, вот, скорее всего, вот, видишь, козырек? Вот этот адрес. Вот, скорее всего, отсюда. Давай, о, вот Серега. Серый, скорее всего, не этот, скорее всего, вон там, где козырек. Понял? Сейчас. Смотри, это вот здесь. Давай тогда ты
остаешься прямо в машине, мы сейчас вот так станем и будешь снимать заднее стекло. Заднее стекло открывай и втихаря, да, и втихаря. Вот, из-за кустиков. Алло, да. Серый козырек, да. Видишь? Серый, да. Вот, короче, займите такое место, пусть она за машиной где-то или там спрячется, чтобы вот вы его видели, хорошо, и вас было, не было видно, понял? Понял, все, понял. Давай. Ну, с Богом. Давай. Звонка нет никакого. Фух, пипец. Здрасте. Здрасте. Выписку доказывать? Да, да. Давайте. Сейчас. Есть просто одно маленькое обстоятельство. Я целый день работал, устал. Дело в том, что, короче, я вашу пиццу съел. Чего? Я ваш... Ну, целый день я мотаюсь туда-сюда. Честно говоря, уже вообще никаких сил не было. Я просто съел вашу пиццу. Прикол даже, что ли? А? Прикол даже, что ли? Нет, не прикол, серьезно. Вы вот заказывали, я просто не сдержался, как бы. Ты шутишь, наверное? Не, я не шучу. Я... Смотрите, какая ситуация. Я вам могу спеть песню, и... Я вам могу спеть песню, и... Я очень хорошо пою, и мы попробуем забыть. Я еще сейчас на ветру буду ставить за песню. Но я очень хорошо играю. Давайте так, если я классно... Я тоже классно играю, еще. Я тут час стою, тебя жду, блин. Ну, мы, извините, мы чуть-чуть опоздали с доставкой, вот поэтому я пока вез и съел. Хорошо, опоздали, да. Но, братан, ну, что мне делать? Я, как бы, у меня есть песня. Иди покупай пиццу. Бля, братан, если бы я мог купить пиццу, я бы купил себе пиццу. Ну, думаешь, если это... я тебе что могу помочь? Чем? Мне, ну, где тебе? Мне пожрать хочется. Да. Блин, братан, я тебе говорю, ты думаешь, я просто так, что ли? Если у меня есть деньги какие-то, я сам бы купил пиццу. Ребят, как вы видите, вот выходит звезда сегодняшнего вечера, просто гвоздь программы. Но, к сожалению, когда я вот уже смонтировал видео, мне написал вот этот парень, которого мы разыгрываем, и категорически сказал, что эта девушка не хотела, чтобы мы ее показывали в таком состоянии, и она отказалась. Сказала, все, не выкладывайте меня, поставила ультиматум, и поэтому пришлось ее заблюрить. Но что она вытворяла, какие приколы, какие перлы мочили, вы все равно увидите. Давайте ставим лайк и погнали смотреть самое интересное. Че психую? Потому что у меня нету, я говорю. Короче, он пиццу, говорит, сожрал. Ты че, блядь, что ли? Ты еще и скажи, что пиво мое, что ли? Не, пиво ваше я не выпил. Я хочу вам сыграть песню. Хочу вам сыграть песню, чтобы вы мне... Я очень хорошо играю. Я не понимаю. Это прикол, что ли? Нет, не прикол. Не, ну я попробую, давайте так сыграть, что вам понравится. Вот у вас есть какая-нибудь любимая песня? Я попробую сыграть и... Ну, блин, ну если не понравится, давай так. Если не понравится, я попробую пойти где-то и заработать на пиццу какую-нибудь. Что ты думаешь, что я все? Братан, ну я... Я Ваенгу не знаю. Как песню? Я вот Соя знаю, да. Снова курю одна. Ну так, что? Какая, блин, Ваенга? Давай я попробую. Давай я попробую, просто чтобы она послушала, чтобы это, смотри. Сейчас мы подберем. Снова стою одна. Снова стою, мама, снова. А вокруг тишина. Что-то такое, да? Это я за основу. Я подорвал. Снова стою одна. Снова стою, мама, снова. А вокруг тишина. Взятая за основу. Ей же нравится, же прикольно. Ей это много, что нравится.
Ну давай, давай я попробую нормальную песню сыграть какую-нибудь. Пожалуйста. Ну что делать? Ну я уже пиццу схавал. Смотри, прям под ситуацию, давай. Не убивай! А если все-таки убил, тогда давай построим храм среди могил, почем слава. И ритуал для мертвых тел не воровал, а просто брал, чего хотел. Хотел светлую весть разнесите пошире, с вырванным сердцем холодным, как лед, в золоте по обреченному миру русский Христос идет. Русский Христос идет. На самом деле, смотрите, это был прикол. Я уже начал. На самом деле, вот ваша пицца. Держи, это мы просто снимаем. На самом деле, вот там в машине камера одна, и вон там спряталась другая. Держите вашу пиццу. Да. Ну, на самом деле на YouTube снимаем 1 700 000 у меня подписчиков. 1 700 000. Так, стоп, подожди. Ну, вам понравилось? Понравилось. Понравилось? Ну, а что ты сначала подумала, можно спросить? Ну, я думала, что просто... О! Да, раз уж такая фигня, раз ты меня заколол, давай ты мне тоже чуть-чуть. Че у тебя за скрипка? Попиаришь. Француженка. Ну это хорошая, хорошая, крутая? Хорошая. А где играешь вообще, че как? Да я много с кем играл, и много где, и мясо с материала много всякого. Прикольно. Че играем? Че играем? Ну что ты знаешь, давай. Да я до хрена все. Возле дома твоего. Возле дома твоего на скрипке? Да, вот я все время страдаю. Ты сможешь? И со снова выходи скорей во двор. Я специально для тебя гитару припер. Ну а коль не выйдешь ты, то учти ядрёна медь. На весь хутор под гитару песни с матом буду петь. Возле дома твоего, возле дома твоего, возле дома твоего, возле дома твоего. Снова. Да опять, слушай, ничего себе. Скажешь мне какой-то инстаграм или что-то, да? Да, как да. Называется инстаграм? Собака виолинист, скрипач, в смысле, на английском. Да. Нижнее подчеркни, subwin2v. Ну все, пропиарим, круто. Давай, о, подожди, как можно скрипку и не сыграть одну песню? Кукол колдуна, знаешь? Да, конечно. Здесь ролик длинный, мы поехали дальше, а кому интересно, в телеграм-канале нашем по ссылке в описании. Послушайте, как мы ее сыграем. Давай попробуем? Да, давай. Ребятки, ну и пока у нас есть вот эта штука, пришла одна крутая идея. Курьер стоит. Снимай, снимай, снимай. Бро, сори. Сори. Братан, я должен работать. Вставай. Стендап. Мое время. Я доставщик. Все. Окей? Все, как это едет у тебя? Как? Давай я буду доставлять. Ребятки, вот будет сейчас все на такой же импровизации. Мы придумали один пранк. Мы сейчас вызвали курьера, заказали мерзкую дисклеймер.
Как я уже сказал, сейчас будет чистая импровизация. Пошлите встречать курьера, посмотрим, что получится. Погнали. Внимание, едет. Снимаем. Do you speak English? Do you speak Russia? Yeah, I speak English. Speak English? Yeah. How are you? Fine. Don't worry, I delete it. It's you. I delete it. Yes. Mm-hmm. Спасибо. Держите. Это вам, да. Ну, вот так. Нормально. It's Яндекс. Okay, thank you. Bye. Okay. What happened with my order? He do like this. He? He amigo, it's joke. Joke, bro. It's a prank. It's a prank, amigo. It's not this. I'm scared. Ты испугался? Are you scared? Yeah, I'm scared because. Hey, this is part of my job. Okay. We know, you do like this, bro. Thank you. What you do? It's just a joke, bro. I'm scared because... Thank you, bro. Thank you. Все, ребятки, надеюсь, вам понравилось. Давайте поставим лайк. Это была самая сложная организация. Расставить втихаря, чтобы никто не видел всех операторов. Должно было столько всего срастись. Время, место, чтобы мог курьер, нужный заказ в определенное место. Понимаете? Это неимоверно сложно за всю мою историю съемки. Наверное, одни из самых страшных. Поэтому, если мы наберем с вами 150 тысяч лайков, может быть, тогда я повторю и сделаю вторую часть такого. Заморочусь опять и все. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Давайте я выложу туда одну невышедшую реакцию. Ну и что хоть. А, и в конце вас ждут неудачные дубли. Все. Ставим лайк. Пока. Фу, бежал. Здравствуйте, вы пиццу заказывали? О, Роман. Вы меня узнали? Конечно. Я целый день работаю и, понимаете, я ее вот съел. Я буду звонить в службу поддержки. Не на... Братан. Братан, не звони, служу. Это шутка. Блин, попадос. Братан, слушай, а курьеру что-то будет? Тебе что-то будет? Он ушел, он сказал, будет звонить.